уже скоро вакцина «Спутник Ви» в Приднестровье. Первыми вакцину получат пенсионеры, потом прививки сделают медикам, педагогам, военнослужащим и тем, кто по работе много контактирует с людьми. Любые попытки выделения вакцины по знакомству недопустимы, подчеркнул президент на заседании оперштаба. В ходе рабочей встречи обсудили предстоящую вакцинацию от коронавируса российским препаратом «Спутник Ви». По мнению президента, очередность вакцинации пожилых людей правильнее всего формировать, исходя из года рождения. Вадим Красносельский сделал акцент на том, что ажиотаж и бесконтрольность недопустимы. В ближайшие дни Приднестровье ожидает первую партию российской вакцины «Спутник Ви» в количестве 62 тысяч доз. Также в республике продолжается иммунизация населения препаратом AstraZeneca. Первую дозу получили уже 1107 приднестровцев. Запись в поликлинике по месту жительства. Всего на данном этапе первую дозу препаратов AstraZeneca и Pfizer получили более 2000 жителей страны.